Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео у нас только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом Rubcoin Pro. Это аналог WebCoin. Вот. Значит, пользователей более 33 тысяч. Резерв проекта 1 494 326 рублей. И здесь также регистрация и авторизация через социальную сеть. Я войду. Я вот здесь ВКонтакте и Facebook. Я через Facebook вчера заходила. И вот у меня уже... Я еще ничего не вкладывала. Ну, через 8 часов, уже поздно вечером, я как бы сюда зашла. И мне за день идет 59 монеток. Ну, здесь последние регистрации, последние выплаты. Как он поведет себя, я не знаю. Здесь наш аккаунт, дата регистрации. Вот я вчера зашла. Так, ваш профиль. Выплачено у меня все по нулям. Здесь партнерская программа. Поделиться. Так, и что? Значит, я обменяю на рубли. Как мы меняем? Обменять. У меня, видите, баланс по нулям. И 38 копеек. И здесь 38. Здесь, друзья, без вложений зарабатывать можно, но вывести без вложений нам не дадут. Здесь так же, как и WebCoin, заглушка на вывод 30 рублей. Значит, здесь можно увеличить скорость. Значит, и заказать выплату. Платежная система Payeer, Kiwi, WebMoney, Яндекс. Ну и вот здесь. Так, здесь у нас партнерская программа. Минимальная сумма на вывод Payeer 1 рубль. Так, партнерская программа наша находится. Партнерская ссылочка. Вот, 5 уровней партнерка здесь. Так, и что? Я хочу закинуть сюда, тоже рискну. Я никого не призываю, друзья, вкладывать. Так как это интернет и всегда присутствуют риски, я рискую своими деньгами. Вы же смотрите... Это ваше право, как говорится, дело хозяйское. Вот минимальная сумма 30 рублей, видите? Так что заглушка здесь 30 рублей. Я закину так же, как и на WebCoin, 50 рублей. Нажимаю оплатить. Спайра. Так. Оплатить, перебрасывать на Payeer. Поставлю на паузу, проплачу и далее продолжу. Я оплатила 50 рублей. Теперь у меня 143 монеты прибыль за день. Вывод потом буду, естественно, проверять. Вот. Ну и здесь вот WebCoin Pro. Также я сейчас обменяю эти денежки. Вот у меня 7.30 на вывод. Обменять. 8.71. Здесь можно с заработанных денежных средств увеличивать скорость. И вот у меня через 10 минут майнинг остановится. Здесь появится вкладочка «Запустить майнинг». Майнинг работает 24 часа. И мне нужно будет нажать на вкладочку, чтобы запустить майнинг. Здесь тоже мне идет 143 монет прибыли. Ну и сразу что я... Видите, выплата, пополнение здесь как бы идет все в реальном времени. И я закажу выплату сразу отсюда. Эти копейки выведу. Нажимаю Payeer. Так, минимум здесь 2 рубля. А здесь вот с этого минимум написано 1 рубль на Payeer. Так, 8 рублей. Сразу стоит по умолчанию без копеек. А, кошелек не прописала, пардон. Так. Заказать выплату. Выплачено. Так, идем на Payeer. История. Вот 7.92.
Так, и пожалуйста, дата операции. Так, что у меня здесь? Перевод выполнен 7.92 на почту. Сейчас зайдем. Посмотрим, что у меня там на почте. Тоже должно прийти письмо. Да. На почту. Загрузись. И, пожалуйста, 0 минут назад. 7.92. 27.12. Как бы этот платит. Но этот уже проверенный. И я хочу теперь попробовать увеличивать. Я еще здесь скорость ни разу не увеличивала в вебкоине. Ну а этот же буду проверять на вывод. Вот, насобирается копеечек. Тогда проверю на вывод. Кому интересно, пользуйтесь. Не забываем о рисках. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.